Хай всем, добро пожаловать обратно в Warlock проходит Slay the Spire и двигает свой стул, чтобы поближе сесть к монитору, потому что... Что ты? Стул! У меня ковер лежит под стулом, и у ковра край. И стул врезался в край, не может его победить. Стул, соберись, тряпка. Так, я прошу прощения, я прошел 10 уровень возвышения на стриме. Я что-то не подумал, что надо сделать второй сейв-файл. Надо сделать второй сейв-файл для стримов, чтобы такого больше не было. Ну, пропустили мы 10 уровень, прошу прощения. Так, 8-й, 8-й, 11-й. Ну, давайте безмолвную, поехали. Я не помню, кем мы в прошлый раз играли возвышение, но сегодня попробуем 8-й уровень безмолвной. Получить проклятие, получить 250 золота. Если есть магазин близко, вот он есть, то можно проклятие и золото. 250 золота, считай, реликвия на выбор. К тому же есть такие проклятия, на которые пофиг. И мы можем потом пойти на элитку вот сюда. И на вторую, если захотим. Давайте. Сожаление, очень плохое проклятие. От него нужно избавиться моментом. Так, можем ли мы тебя убить? 7. Так, у нас есть 18 урона в руке, у тебя 17, 18, 19, у тебя 19 здоровья, мы тебя убить не можем. Поэтому бум, выживание, и сбиваем с вас обоих, товарищи, броню, все, вы мертвы на следующий ход. Бум, и, к сожалению, нам ничего не сделает, какая красота. Зелье ловкости обожаю. А, выбить дух, плащ и кинжал, и уловка. Все три карты мне нравятся. Более чем нравится. Из этих трех карт я возьму выбить дух, потому что это как бы и защита, и атака одновременно. Получить 75 золота, потерять 11 здоровья. Ну что, затаримся в магазине? Хрен с ним со здоровьем. Мы будем затариваться. 439 золота. Так рано в начале игры, это супер. Так, а здесь нам придется 3 блока играть. Это жесть. Такая ужасная первая рука, просто отвратительная. И вторая раздача тоже ужасная. Вообще жесть. Так, ну выбить дух хотя бы у нас есть. Ты бьешь на 9. Мы очень плохо здесь играем. Как видите, зубастый червь делает из нас просто подушку для иголок. У него 13, но он сейчас еще 6 блока себе сделает сверху. И мы ничего не можем тут сделать. Просто ничего. Атаку играть бесполезно. О, наконец-то он умер. 46 здоровья, призрак в банке, офигительная штука. Ураган стали, мы должны это взять. И билд будет на силу, если мы сможем это замутить. Поющая чаша, так рано в забеге обязательно нужна. Якорь тоже, бум-бум. Хорошо. Так, что еще? Вот это все прикольно. Больше всего мне нравится сальто назад, но мы уберем проклятие, оно нам мешает неимоверно. И шквал кинжалов возьмем. Можно тогда и сальто назад добрать. Да. Сальто назад, кстати, играет с заточками. Ну, с ураганом стали. Не со всеми заточками, конкретно с ураганом стали. По картам, которые я бы хотел улучшить. О, сальто назад можно, смотри. Обезвредить. И на остальное заточки. Бум. По картам, которые я бы хотел, это, конечно, улучшить нам нужно либо ураган стали, либо можно выбить дух улучшить. Так, ты мертв. Меткость. Это билд на заточке. 100% билд на заточке, прям вот вообще не обсуждается. Так, теперь сюда или сюда? Я лучше пойду через еще одного врага, чтобы побольше карт настакать. Это вот отвратительный враг, просто ужасный. Жесть. Так. Ну ладно, мы можем... Можем ли мы тебя убить? Мы не можем тебя убить. Поэтому стоит сделать тебе слабость. И тебе слабость. Вот. Вы бьете на 14. То есть нам сальто назад хватит. Для того, чтобы все заблокировать, мы можем спокойно сыграть меткость. Теперь ураган стали продамажит жестко. Заточки сейчас бьют сильнее, чем удары. Но шквал кинжалов. Раз. А потом ураган стали на остаток. И отлично. 3 заточки. По 7 дамага каждая. Сюрикен. Нам нужен сюрикен. Мы ищем сюрикен всеми доступными способами. Если мы его найдем, считайте, что мы победили. Если не найдем, то, ну, то не найдем. Раз мы играем через заточки, то можно плащ кинжал добавить.
одну копию и ковать. Ковать меткость. Ковать, выбить дух. Выбить дух и обезвредить. Короче, я думаю, между обезвредить, выбить дух, ураган стали и меткость. Улучшенные заточки или меткость. Меткость навсегда распространяется. Я думаю, что нам нужен выбить дух кованый, поскольку это так рано мы. И у нас другой защиты в колоде практически нет. О, пацаны, вы попали. Шквал кинжалов. Бум-бум. Так. И чего еще? Сделать ураган стали сейчас. Сможем ли мы их убить ураганом стали? Ну, хотя бы парочку сможем. Так, кого? Кого убить? Тебя? Одного смогли. Надо было посчитать. Они нас пробьют на 4. Пробивайте. Якорь, спасибо. Ты такая няшка вообще. Вы с чего оба атакуете снова? Охренели, что ли? Так. И обоих мы не можем убить все равно. Знаешь что, тогда это тебе. Мы можем убить одного. Или сыграть два блока, и они нас не пробьют. Во, во, так, так лучше. Вот теперь мы их добиваем, да? Ну, практически да. Все, давай, до свидания. В колоде нет отхила, это проблема. Изрешетить как бы играет за точками, потому что она с силой работает, но нет гарантии, что у нас будет сила. Ну что, идем на элитку или обойти ее? А, надо, надо попробовать хотя бы одну. Кунай играет за точками, отлично. О, и сразу ураган стали. И выбить дух. Отлично, вот так. И бум, сразу мы настакаем ловкости. Два ловкости со старту в плюс. Теперь можно врубить зелье ловкости. Ну, сначала обезвредить. Давай мне зелье таланта. О, меткость, спасибо. Зелье ловкости я не буду играть. Пускай пробивает. Не страшно, у нас уже плюс 3. Так, снова ты это делаешь, да, мой шер? Ну и ладно, у меня 11 блока есть. С одной всего лишь карты. 27. Сначала обезвредить. Потом убить мы его не сможем. Потом бум. Бум. И если мы сделаем призрак в банке, мы считай 15... А, мы не 15, мы меньше заблокируем. Кто у нас босс? О, нет, там этот чувак. Нам нужно на него оставить. Нам нужно на него оставить призрак в банке и зелье ловкости по-любому. Так, ты готов? Ты не готов. Ты вообще не готов. И ты нас сильно продамажишь. Все-таки призрак в банке идет сейчас. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Хотелось бы его оставить. Ну ладно. Курьер, нормально. Покрыть ядом, это играет за точками. Поэтому берем. Крепкие бинты тоже играют за точками. Конкретно со шквалом. Здесь у нас магазин, в котором есть застывшее время. Есть грация. Грацию можно брать, можно не брать. Нужно брать. Курьер, кстати, хорошо в начале игры. Здесь мы можем еще одну грацию купить. Вот это было бы шикарно с заточками. Да и вообще все что угодно. Тут можно было и танец клинков добавить, но уже нет денег. Здравствуйте, работорговец. Я очень надеялся, что вас здесь не будет. Вот честно. Так, грация сразу, сальто назад. Бум, заблокировали. Выбить дух тебя. Все, ты нас не пробиваешь, у нас уже плюс 2 ловкости. Теперь можно спокойно сделать покрыть ядом. Бум. И обезвредить тебя. Кроме того, меткость, ураган стали. Да. Потому что ураган стали дает нам защиту за крепкие бинты. Поэтому его всегда надо играть. И кунай, и яд у нас есть, все есть. Все есть для колоды, для того, чтобы она сработала. Ты мертв. Ты абсолютно мертв. Пронзить. Не совсем то.
Поэтому берем максимальное здоровье. И здесь мы лечимся, конечно. 49. 49 здоровья. Сразу, о, грация в первый ход мне нравится. Покрытие ада мне еще больше нравится в первый ход. Шикарно. Все, мы максимально отбафались. Плюс 4 ловкости со старту. Меткость. Ураган стали. Фэш лажера. И мочи его. Мочи его на корню. Он нас сильно пробьет в первый ход, но дальше он будет лохом. Потому что у нас каждый блок это 10 защиты. Что мы здесь ищем? Мы ищем, конечно, идеально было бы получить энергию. Лучше всего Содзу. Зелий нету, да и горя не синим пламенем. Так, плащ-кинжал. Бум-бум. Еще ловкость 6. Если не энергию, то что угодно другое, в принципе, пойдет. У нас 7 ловкости, пацаны. Я думаю, это очень сильно. Ураган стали, ты такой няшка. Ты приходишь как раз тогда, когда нужен ожоги сбрасывать. Но тут я немножко провтыкал, надо было блок еще один сыграть, но хрен с ним. 14 блока. Самое классное, что мы можем спокойно атаковать, и при этом он нас не пробивает, потому что у нас тонна защиты. Ну и мы его не убили раньше, чем нужно. Так, как нам тут вылезти? Знаете, это 4×6. 4×6, он на 24 бьет, мы выживем. Мы выживем, но довольно близко будем. На следующий ход он, ну если мы не вытащим тонну ожогов, а мы их не вытащим, он будет мертв. На тебе раз атака, давай мне сальто, еще атака. Живучий гад. До свидания. Энергия. А, нет, стоп. Подожди, энергию. Рано еще. Хрустальный нож просто надо брать, потому что сильная карта. Энергия, есть философский камень. Философский, мать его, камень. Давай, давай. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Нам нужна эта энергия. Нам просто она как воздух. Так, второй этаж. Здесь могут быть проблемы. Здесь нужно аккуратно, у нас не полное здоровье. И с элитками очень осторожно. Может быть, мы хотим только на одну пойти. Посмотрим, что нам дадут вопросики. Там уже будем решать. В магазин здесь заходить бесполезно. Правый путь с двумя кострами. Но очень много боев, мало вопросиков. А если сюда пойдем, то так... Потом так тоже, два костра и магазин есть попозже, это лучше. Вот этот путь лучше. Там мы можем на элитку, можем не на элитку, посмотрим. Так, сразу вот эти ребята. Меткость, грация, ураган стали. Это тебе, тебе, тебе и тебе. 22 блока, они нас пробивают, но не очень сильно. Сальто, спасибо. Можно сделать, выбить дух. Также шквал кинжалов обезвредить тебя, убьют. Это очень хорошо. Да. До свидания. И плащ кинжал. Заточка еще одна. 18 блоков, все в порядке. Мне кажется, мы это сделали. Тык, тык, тык. И еще тык. Мы его убьем, да? По идее, должны. Попробуем. Хрен, мы его убили. Надо было сыграть покрытие адом, тогда убили бы. Ну, кто меня умным после этого назовет, я не знаю. Все это лишнее, давай мне максимальное здоровье. Птахи. Пожалуйста. Вихря кинжалов нет, конечно. Мы можем, мы не можем никого сбить из них. Можем, точно можем. Значит, сбивать надо того, который сейчас бафается. И дамажить. Да можно его же. Максимальный эффект. Ты меня не пробьешь. У них у всех плюс 2 силы. Это, кстати, самые опасные для нас враги сейчас. Ничего хуже этих птичек нельзя придумать. Тебя сбиваем. До свидания. И на остаток. Бум-бум. 18 блока. Они нас пробивают. Потому что это птички, блин, отбафанные силой. Ну, я сам взял себе свою судьбу. Так что
так, тебя сбить мы не можем, поэтому надо дамажить тех, которые на полу, в частности, вот эту тварь, которая собирается взлетать, но у нас уже плюс 3 ловкости. Наконец-то ураган стали. Не прошло и полгода. Шквал кинжалов. И здесь можно ураган стали без меткости. Да, меткость не нужна. Тебя сбить, тебя подамажить. Фу, живем. Живем. Причем нормально так живем. Ты мертв, тебе выбить дух и что-то типа того. Можно, кстати, еще сброса добирать в колоду из-за крепких бинтов. Удар, спасибо. Стероиды супер для заточек. Уйма клинков, конечно же. Мы идем через костер. Я первую элитку обхожу, я боюсь. Я напуган. Грация, уйма клинков. Это тоже тебе и это тебе. Змека — это проблема. К нашему билду совсем не подходит. Но хотя, вот смотри, меткость. Потом тебя обезвредить. И шквал кинжалов. 9 блока. Меньше, чем хотелось бы, но сколько есть. Все на халяву. Вот такие мне ходы нравятся. Это то, что я люблю. Так, надо сначала атаки сыграть, чтобы ловкость забафать. А потом уже играть защиту. Ну, здесь было не важно, но в будущем надо за этим следить. Покрыть ядом на шару. Бум. Так. 3 атаки бафают нам ловкость. И мы разыгрываем еще одну. Один блок. Все. Все в порядке. Нам главное пережить пару первых ходов. Дальше мы уже рулим. Не по-детски. Так. Здесь тупо ураган стали. Все остальное нам не интересно. Заточки бьют сильнее, чем обычные удары, и мы его убиваем. Отлично, зелье защиты. Мега круто, еще одна уйма клинков. Теперь у нас 2 уймы клинков со старту. Мощь нужна, потому что это сила. Заточки с силой рулят. И можно здесь, в принципе, потерять все золото, чтобы не тратить здоровье. Забирайте мои 66, мне ваш артефакт не интересует. Так, теперь в какую мы сторону пойдем? Можно пойти сюда, тогда у нас будет больше костров. Но придется через одну элитку пройти. Прямо сейчас. Поэтому давай так и сделаем. Нам все равно через одну элитку придется пройти. Правда, магазин будет бесполезный, но что тут сделаешь? Я даже не стал смотреть, расстраиваться, что там и журавль есть, и все остальное. Грация. Клинки, клинки. И одна оборона. Нормально, 17 блока. Можно было зелье защиты выпить. Нужно было зелье защиты выпить. Ну ладно. Так, либо покрыть ядом, либо меткость с ураганом стали. Конечно, меткость. Меткость, и здесь сыграем, даже сбросим эти две заточки, чтобы больше блоков получить. Начинаем наш концерт. Раз, два, три, четыре, пять. Все эти стероиды, зелье защиты, что-то я их зря не использую. У меня такое чувство. Такое у меня чувство, что надо бы их использовать. Так, ты убит. Мощь я, как видите, не играю, потому что что-то я зассал. Это на самом деле проблема. У нас все не так хорошо, как могло бы быть. Но нормально, мы отсюда выйдем живыми, и это главное. И нас сразу ждет еще один костер. Вау, никаких блоков, да? Блоки нынче запрещены. Надо было где-то здесь стероиды использовать и тупо их убить всех. Со стероидами и заточками. Замерзшее яйцо улучшает добавляемые в карту таланты. В колоду таланты. Это все не нужно. Пожалуйста, что-нибудь хорошее. Груша. Ну такой. Не очень хорошая. Средней хорошести. Мы не апгрейдим карты. Это проблема. А! Нам придется еще через одну элитку пройти, чтобы в костер попасть. Оно, наверное, того стоит, но... Блин, нет, только не ты. Ну как так? Ну вот как? Ладно. 22 блока есть у нас. 2 уймы клинков. Грация или покрыть ядом? Конечно, грация. Из грации мы еще можем тебе дать вот так вот. Чуть-чуть покоцать. Так, ты продолжаешь атаковать, да? Ну ладно. Заточки против него слабые.
Мощь надо было использовать раньше. Я использую сейчас, потому что могу. О, вот и оно. Бум, бум, бум. Заточка раз, заточка два. Ураган стали. Заточка три, заточка четыре. Билд на заточках, честно говоря, слабее, чем билд на яде. Явно. Явно слабее. Мы вот можем вообще добить сейчас? Или нам нужно стероиды врубать? Так, здесь 8, 6, 6. Мы его не можем добить сейчас. Со стероидами сможем. Фу, живем. Подсечка, у нас нет защиты в колоде. Нам нужна защита, поэтому берем подсечку и... Пожалуйста, что-нибудь нормальное. Энциклопедия, это очень плохо. Это просто ужасно. Это более чем отвратительно. 12 он бьет. Этому чуваку нельзя давать плюс к силе. Он ваншотить начинает. Ну... Что тут можно сказать? Его надо убивать. Я даже думаю сыграть хрустальный нож вместо плаща и кинжала. 3-18. Нет, плащ и кинжал, мы получаем 0 урона. Хрустальный нож надо улучшить, чтобы он вообще нормальный был. Так, теперь ты на 19 бьешь. Это сильнее, чем заточка. И чего еще можно сыграть? Ничего не надо играть. Сбрасывай все для блока. Шестью четыре, мать твою. Шестью четыре. Раз, два, три и две защиты. 22 блока. Ну, слушай, нормально мы идем, на удивление. Но это, да, это ненадолго, вот. Мощь надо включать. А потом... Плащ, кинжал. Бум. Стоп, ураган стали надо сыграть вот так, как есть. Он на 30 бьет. Не, надо сыграть вот так сальто назад, получить больше карт. Теперь ураган стали. Отлично. Во, 38 блока. Все в порядке. И куча ран в колоде. Ну, ладно. Оу, мы его убили. Курительница. Каждый пятый ход дает одну неосязаемость. Классно. Шипы. Не совсем в колоду подходят, но лучше, чем ничего. И я здесь буду отдыхать. Если что, вот здесь можно проапгрейдиться, если есть желание. Но, скорее всего, мы и там будем отдыхать, потому что у нас некрономикон. Да, это некрономикон, это он. Теперь дорогие атаки у нас играются два раза. Два раза. У нас нет дорогих атак. Ни одной. Так что он бесполезен. Плохо. Меткость. Нужно играть две, обе уймы клинков. И вот так вот. К сожалению, не пришлось нам сыграть ураган стали в первый ход, но нормально. Обязательно играем мощь. Обязательно играем покрыть ядом. Чем раньше, тем лучше. И подсечка, естественно, тоже. Он нас пробьет на 10, но мы уже хорошо отбафались. Мы уже в полном порядке. Шипы включим. И заточка, заточка. Вот так вот тебе, вот так и вот так. Пока он тут будет бафаться, мы тоже будем бафаться. Мы сейчас настапкаем себе ловкости, и он будет в заднице. Плюс грация у нас есть. Так что тык-тык-тык. И вот так вот тык тебе. Уже 11 яда. Он с себя снимет весь этот яд, поэтому я храню баночку. Ее можно потом использовать. Это тебе, это тебе, это тебе. А, у нас сейчас неуязвимость. Вообще замечательно. В смысле, неосязаемость, простите. Не тот термин, не из той игры. Не из той игры. Так, 25, да? Ну ладно. Ну ладно, а если вот так, а потом вот так. А потом, например, подсечку тебе на 18 блока. И хрустальный нож тоже не помешает. Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру.
По-моему, мы в шоколаде. Билд, на удивление, хороший. Да, он с себя снял дебафы. 31 умножить на 3 урона. Замечательно. Здесь сейчас все будем блоки играть. 36 блока. Ну, мы выживем. Не, ну вы это видели, ну не в чёсли. Ну вот, не в чёс ли все это было. Мы его убили, но... Вау, я в шоке. Как он нас чуть не сваншотил. Второй ураган стали, конечно. И здесь... Руническая пирамида играет с ураганом стали. Ох, как она играет с ураганом стали. Она охерительно играет. Просто волшебно. Ну давай попробуем, я не знаю. Никогда не делал такой билд на заточке. Здесь очень аккуратно, обходить элиток. Не наглеть. Сюда, сюда, сюда. И вот так вот мы обойдем всех элиток. Либо мы можем сюда свернуть и зайти потом в магазины. Отлично. Здравствуйте, темныши. Я вас бы никогда бы не видел. Предпочел бы никогда не видеть вас. Ну, раз выбора нет, то выбора нет. И мы были бессмертны, как раз никто из них не атаковал. Просто вот ноль атак. Мы не можем себе даже позволить меткость здесь. Да. Нам тупо блоки нужно играть. Ну, давай получим один хотя бы ловкости еще сверху и... Что-то типа того. 24 блока. Как бы дожить до победы. Покрыть ядом сейчас тоже не то. Вообще не то. Мы не можем никого из них убить здесь вообще никак. Хотя нет, почему вру, можем. Одного убили. И лучше вот так сыграть для еще одной ловкости. Жесть. Ну хотя бы у нас карты остаются, и теперь ураган стали будет мега крутой. Знаете что? Я просто играю меткость и ураган стали. Пошла жара. Все остальное лишнее. Я не посмотрел, кстати, кто у нас босс. Неуловимость обязательно. А, нет, как раз чувак, который от талантов усиливается. И у нас много талантов, достаточно много. Давай мне два зелья. Экстракт стали, фруктовый сок. Ну, фруктовый сок всегда хорошо. Экстракт стали тоже. Ага, вот эти ребята. Тебя надо убить сейчас. Прям вот в этот ход. К сожалению. Мы не сыграем обе уймы клинков. Не сыграем покрытие адом, но нормально. Они у нас в руке остаются, я все время про это забываю. Так, сок выпей. Плащ и кинжал для блока, чтобы мы могли вас хотя бы атаковать. Вот это еще тоже нам даст много блока. Можно врубить просто покрыть ядом сейчас, пока можем. Заточки нам приходят, хранятся. И меткость. Ураган стали. Тыщ, пошла жара. У нас есть 24 блока. Бум. Раз, два, три, 4. Спасибо за подписку. Кто там подписался, спасибо вам. Оставляем заточки снова в руке до того момента, как мы вытащим блок. И вот наш блок. Бум-бум. Это тебе. Блин, еще оборону надо сыграть. И это тебе. Снова приходится все заточки оставлять. У нас здесь проблема в том, что мы деремся с шипастым. То есть у нас именно в этом все наши несчастья. И надо было сначала грацию сыграть. И блин, не получая дамага, мы можем только одну заточку на него за раз играть. Это жесть. И мы не можем их скинуть никак. И некромипорча будет у нас сидеть в руке все время. Ну, что сделаешь. Вот мой блок. Мне кажется, нам придется здесь получать дамаг. Я не вижу, какие у нас варианты. У нас полная рука заточек, и мы ничего не можем сделать.
Не умрем ли мы на этом чуваке? Он продолжает бафаться, у него уже 16. А, нет, все нормально. Нам нужно было просто вытащить ураган стали. И то мы его не очень сильно пробьем. А, мы под курительницей, все. Да, все в порядке. Без паники, ноль паники, абсолютно ноль. Но у нас есть деле проворства, у нас есть деле ловкости на босса. О, здравствуйте, ребята. Что вы мне таки скажете? Скажете, что надо сыграть вам ураган стали, да? Ну ладно, хорошо, как скажете. Любой каприз за ваши деньги. Ну, можно было ураган стали на так много карт не играть. Да, надо было чуть-чуть поэкономить. Так, шипы нужны. Сальто назад тоже нужно. Плащ-кинжал, зашибись. Мы убьем тебя. Бум, ты мертв. Окей. Остатки. 13 блока есть, значит вот так. Сферический страж будет проблемой. Это, конечно, даже не вопрос. Но сначала надо убивать его приспешников. Потому что быстренько мы его убить не сможем. Быстренько не получится. Ау. А что? А ничто. Бум. 14 блока есть. Убить тебя. Так, и... вот так. Теперь сюда. Удар. В смысле, заточка, удар. Так, у нас неуязвимость. Замечательно. Можно его атаковать по полной. Яд против него бесполезен. Значит, нужно просто бить. Кстати, мы можем скинуть некрохрень. И чего? Грацию? Да, грацию включим. Семь ловкости. Короче, до свидания. Захват ноги, метнуть кинжал. Все это лишнее. Давай мне максимальное здоровье. Мгновенно перенестись к боссу. Нет. Пожалуй, нет. Я, наверное, не стану. Мы пойдем сюда через магазины. Да? Но через магазины там меньше костров. То есть меньше апгрейдов на карты. Даже не знаю, нужны ли нам эти магазины. Так, с этим чуваком нужно включать мощь. Без вариантов. И вот так. Бум. Вау. Ты наглый. Прям вообще козел. Просто мега козлина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У нас не хватит места для новых карт. У нас вообще для много для чего не хватает места сейчас. Бум. Так, сколько у нас блока будет? 6. То есть нужно 2 блока играть. Сейчас все будет, пацаны. Покрыть ядом. И что, ураган стали врубать? Давай потом. Сделаем шипы и тебе выбить дух. А, заточки. Зачем ты их оставил? А вот теперь, ну, заточки надо сбрасывать, они нам не нужны. А вот теперь ураган стали. Блока меньше, чем хотелось бы, почему-то. Потому что я не умею в математику играть. Надо было по-любому играть какой-нибудь блок. Чего решил не сыграть, не знаю. И здесь вот, например, нам тоже нужно ураган стали. 8 ловкости, у него 12 яда, все нормально. Что я бы добавил в эту колоду? Сюрикен? Ну, как бы, не хотелось говорить очевидного, но сюрикен был бы читаком для нас. Жесточайшим читаком. Ваджира, хотя бы ваджира, да, если уж на сюрикен не, этот, не лезть, то хотя бы ваджиру. А, ужас, я бы их добавил в эту колоду, явно. Садистская натура, экземпляр. Еще одна меткость улучшенная. Я думаю, что улучшенную меткость никто мне не скажет ничего, если я возьму. А если я возьму еще одну улучшенную меткость, что вы мне скажете? Скажете, ты с ума сошел. Экземпляр
Да, у нас есть яд, но мы не ядом убиваем. Улучшенная садистская натура как бы тоже улучшает. Она даст плюс 4 урона заточкам, плюс она бесплатная. Ну, по большому счету, когда у заточек активирован яд, она 4 урона. А это 5 урона. Давай мне садистскую натуру лучше. А, мы можем и садистскую натуру, и меткость купить. И грацию еще. Я бы взял и эту грацию улучшенную тоже. Поехали, все, мы все деньги потратили. Пошли в костры, а мы море, нормально. Так, здесь, стоп. Ковать. Давай-ка на всякий случай еще полечимся. Я не хочу с боссом встречаться, когда у нас мало здоровья. Я так и знал, что эти твари придут. Я был уверен в этом. Так, ужас, тебе. Клинки, клинки. И у нас нет блока. Но они нас и не пробьют, потому что они под слабостью. Ужас этому, чтобы потом с ним долго не морозиться. То есть они не под слабостью, мы под курительницей. Короче, вы меня поняли. Так, время меткости, покрытие ядом и всего остального. И, о мой бог, вы слишком жирно бьете, пацаны. Господа, вы слишком много бьете. Мы можем тебя убить вообще? Да, ты мертв. Тебе сделать слабость. Ну, хоть так. Хоть 11 урона в лицо. Грация, плащ, кинжал. Добиваем все остальное, кроме шипастого. Так, ты умрешь на следующий ход. То есть тебя можно не бить пока. Еще оборона. Шипастый нас не пробивает. И это тебе. Шквал кинжалов пока что просто лежать будет. Ничего не делать. Во. Ураган стали. Перед этим. Бум-блок. Бум-блок. А вот теперь ураган стали. Пошла жара. Так, убить тебя сразу. И тебе столько, сколько сможем. Ау. Ты труп. Вы все трупы. Какая красота. Еще одна уйма клинков. Это уже лишнее. Хватит. Хватит одной. У нас и так места в руке никогда нет. Мумифицированная рука. Я люблю тебя до слез. Белый лебедь на пруду. Апгрейдить ураган стали. Или какую-нибудь защиту. Или меткость. Не-не-не. Апгрейди ураган стали. Хотя, я сейчас думаю, что это, наверное, не лучшая идея. Лучше было бы меткость проапгрейдить. Ну ладно. Так, плащ кинжал сначала. Так, 16 блока. Можем ли мы кого-то из вас убить? Можно сделать, не играть ему клинков, сделать сейчас покрыть ядом. Шквал кинжалов сразу. И это тебе, и это тебе. А, чего я не играю уймы клинков? У нас же мумифицированная рука. Я ее только получил, еще не понял, что происходит. Конечно, играй. Играй все таланты, они делают другие карты бесплатными. О чем ты говоришь? И выбить дух тебе. И удар тебе. О, блин. Так, раз. Два, три. Четыре, ты мертв. Так, так. 21 блока и выживание тоже можно замутить. Все, мы не пропустим. Он получает урон обратно от нас. Это нужно. Ужас не действует. Можно его сыграть просто так. Почему бы и нет. И что-то типа того. Включаем это. Делаем вот так. Потом... пару карт на защиту и ураган стали, чтобы еще защиту получить. 29 блока. Мы могли его убить, кстати. И более того, мы его убьем, потому что у нас садистская натура активна. Я знаю, что шипы, они это талант. И этот босс получает бонусы от талантов. Я думаю, что мы справимся. Поехали.
Сразу панцирь, сразу зелье ловкости. И у нас очень интересный первый заход. Мощь, очевидно, берем. И да, мы его сейчас отбафаем по полной. Что тут сделаешь? Нам все это нужно. Ураган стали лучше сыграть, да любой. Ради блока и мочим вот этих пацанов. У нас заточки бьют на 13. Дай только нам шанс, мы это сделаем. О, ужас надо оставить на вторую фазу. Нет, нам важнее первую фазу, как можно быстрее завалить. Или вторую, вторая сложнее будет. Бум, садистская натура. Врубили, неуловимость, оборона, отлично, даст нам кучу защиты на следующий ход. И тупо убиваем мелочь. А ужас, да, ужас, просто я буду держать его в руке, скинуть мы его не сможем никак. Хера бьет, пацан. Я не знаю, что делать. 11 на 4 у него дамаг. Это же просто охренеть. Ну, у нас 38 блока. Хорошо, что на прошлый ход нам, у нас принесся блок с прошлого хода, иначе мы были бы в заднице. Можно меткость разыграть после того, как мы его убьем, как вариант. Так, ты труп. Раз. Дальше пошла жара. Бум-бум-бум. Да, можно следующую меткость оставить и играть ее после того, как он умрет. Но у нас тупо место в колоде кончается. Раз, два. Не, надо сейчас играть. Надо сейчас играть и будем как-то его пробовать перезащищать то, что он делает. И шипы тоже надо. Ну, в конце концов. Имею я право налево или нет? Еще одни шипы. Еще одну меткость. Давай. Мы его бафаем сегодня. Сегодня твой счастливый день, пацан. Надо было ужас на него играть. Но теперь я уже зажал ужас играть. Теперь уже я не хочу его играть. Теперь я хочу его на вторую фазу оставить. Но надо было. По-любому надо было. Так, покрыть ядом. Бум. Ну, теперь у нас урон будет гигантский. Самый большой урон в мире от заточек. Мы его сейчас должны убить, по идее. Тык, тык, тык. Так, тык. Ты перешел на следующую фазу. Отлично. Больше мы ничего здесь разыгрывать не будем. Я всю эту защиту нам оставляю. Бьет на 54 сразу ужас. Заточка, заточка. Плащ, кинжал, еще заточка. 12 ловкости. Бум-блок и бум-блок. 54 блока. 57 блока, простите. У нас есть. У нас есть то, что нам нужно. И у нас есть шквал кинжалов. Лови, детка. Просто лови сразу. Нет, на тебе слабость, а потом лови. Прям вот вообще. Нет, знаешь что? Заточки разыграй, которые у тебя есть. И я думаю, что это его должно убить. Да. Yes, 8 уровень возвышения пройден. Какая колода, какая жесть. 992 урона. Ну, мы и не на дейлике. Счет я читать не буду. Открыт 9 уровень возвышения безмолвной. Какая красота. Ну-ка. Ой, не то, спойлеры. 9 уровень возвышения, боссы живучие. Если бы у него было на 500 здоровья больше, у него, может быть, были шансы против нас бы. Классно. Ой, я так счастлив, потягушки. Ой, мои кошки, вы тоже счастливы. Кошки что-то спят, не хотят радоваться вместе со мной. Надеюсь, вы рады, и я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, вы можете нажать кнопку лайк, это будет большая помощь для канала. Хотите смотреть еще? Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. А я увижу вас в следующий раз.